Ну, первые эмоции связаны с тем, что понравилось качество игры нашей команды. Мы первый, второй тайм пытались не сбавлять темп, чтобы не дать сопернику вернуться в игру. Вот это, наверное, самое главное. Второе, то, что у нас не получилось в первой игре на кубок. Сегодня реализация была на хорошем уровне. И третье, качество футбольного поля просто порадовало. Огромное спасибо вам за такой газон. А вы в европейской части давно? То есть, грубо говоря, акклиматизация уже давно прошла у вас? Команда с 20 июня находится на сборах в Подмосковье, поэтому акклиматизации сейчас речи вообще никакой нету. Да. Мы здесь живем, здесь тренируемся и ездим только на выезды, возвращаемся обратно в Люберцы, и там мы базируемся. По факелу что скажете? Ожидали, что будет достойнее сопротивление? Ну, честно говоря, мы ожидали, что троих-пятерых игроков главной команды спустят. Мы к этому готовились. Но видели только, насколько мы поняли, одного игрока, да, спустили. Ну, думали, что будет посерьезнее, но и эта команда, если вы думаете, что счет по игре так просто их обыграть, то это не так. Нет, это действительно сегодня мы провели очень действительно качественный матч и заслуженно победили. Как оцените Калугина игру? Ну, скажу честно, с каждым разом все лучше и лучше, но при этом есть к чему стремиться и куда расти. Так, конечно, добротный матч, и в обороне хорошо, и в атаке самое главное у него стало получаться в переходных фазах, когда мы из обороны выходим, вот тут он сейчас сделал шаг вперед. Это тоже, конечно, позитив.